Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о мягкой приманке от компании Yum. Моделька у нас называется F2 Houdini Fry или Free. Название выглядит таким вот образом. Можете, кто изучал английский, правильно, конечно, подправить мне, как правильно называется. Ну, я читаю так. Длина ее составляет 2 дюйма, что соответствует 5 сантиметров. В упаковке поставляется в количестве 18 штук. Упаковка выглядит таким вот образом. Внутри упаковки приманки у нас находится россыпью. Сам слаг имеет, ну, в принципе, классическую форму изготовления. Тело у нас похоже на классический шидоподобный, скажем так, виброхвостик. Но хвостовая часть у нас имеет резкое, скажем так, сужение. И заканчивается таким вот раздвоением в конце хвостовой части. Приманка довольно обильно покрыта маслянистым аттрактантом. Сам силикон, из которого изготовлена приманка, в меру упругий, но и в меру, опять же, эластичный. То есть приманка у нас отлично реагирует на любые ударчики, любые колебания. Данная приманочка отлично подойдет для ловли окуня в основном. Также можно вполне успешно ловить некрупную щуку на данную приманочку, ну и, возможно, белого хищника. К сожалению, по белому хищнику я сам такие приманочки не применял. Оснащение данной приманки подойдет классическая джиголовка вольфрамовая, жестко впаянная в нее крючком. Также можно оснащать данную приманку одинарным крючком, шарнирно закрепленным грузиком по типу чебурашки, либо офсетным крючком, опять же, подходящего размера. Если у нас крючок имеет, скажем так, небольшой вылет, крючок можно зацепить офсетный сбоку приманки, продев боковую часть тела не полностью, чтобы вылет у нас был хороший. То есть существует и такой, скажем так, вариант оснащения. Данная приманка отлично работает на классической джиговой проводке. Ступенька — это порядка 2 оборотов катушки паузы. Также довольно неплохо будет работать на потяжках по дну, так называемое волочение. А также довольно-таки неплохо будет работать на поводковых оснастках. В первую очередь, опять повторюсь, приманка подойдет для ловли окуня. Изготовлены сами приманки очень и очень качественно, абсолютно никаких оплоев, ну и нареканий. Приманки у нас, в принципе, ровные, все отлито на довольно высоком уровне. Цена данной приманки довольно бюджетная, в упаковке их находится достаточно немалое количество, скажем. Данные приманки вы можете приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. На этом мой видеообзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. До свидания.